Будем сейчас делать на любого человека, на любимого или на любимую. Делается этот вызов на дым сигареты или берем ароматическую палочку. То есть делается на дым. Берете ароматические палочки, которые привлекают любовь, и начинаем читать. Читаем до тех пор, пока будет сыпаться дым. Называете имена. Берете листочек и начинаем. Вызов очень сильный, но запомните главное. Мы сначала сделаем, и я вам это главное скажу. Вызов любимого на дым или на сигарету. Дым, дымочек, пепел, пепелище. Прошу, позови. Называйте имя мужчины. Имя женщины ваше, чтобы пришел. Другой не нашел, ночами не спал. Только обо мне имя свое мечтал. Аминь тому слову. Главное, чтоб не сожглась бумажка. Если бумажка жжется, значит, надо переделывать. Дым, дымочек, пепел, пепелище. Прошу, позови. Можно и так говорить. Раба Божьего имя мужчины. К рабе Божьей имя ваше. Чтобы пришел, другой не нашел. Ночами не спал, только обо мне имя ваше мечтал. Со мной говорите, повторяйте. Аминь тому слову. Можете сейчас взять сигарету или также палочку со мной, повторяйте, делайте со мной, усиливаем, 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 моей силой и вашей силой вызываем. Дым, дымочек, пепел, пепелище, прошу, позови. Имя мужчины, имя ваше. Чтобы пришел, другой не нашел, ночами не спал, только обо мне имя ваша мечтал. Аминь тому слову. Видео смотрите 3 раза подряд. Не надо 3 дня, 3 раза подряд. Дым, дымочек, пепел, пепелище. Прошу, позови раба Божьего имя мужчины. К рабе Божьей имя ваше. Чтоб пришел другой, не нашел, ночами не спал, только обо мне имя ваше мечтал. Аминь тому слову. Аминь тому слову. Представляете перед глазами этого человека? Представляете перед глазами этого человека? Не можете представить? Смотрите на его фото глаза в глаза. Когда вы смотрите человеку глаза в глаза на фотографии, он чувствует вас. Когда человек вам снится, это значит, его душа тоже думает о вас. Всегда прислушивайтесь к снам. Кому надо лично, пожалуйста, все мои контакты в шапке профиля. Нажимайте на ссылку. И там вверху в любой сайт, который вы хотите, 3 точки. И открывается в браузере. А можно писать в директ, если смотрите через ТикТок. Пишите, все мои контакты и в описании везде есть. Дым, дымочек, пепел, пепелище, прошу. Позови раба Божьего, имя мужчины, к рабе Божьей имя ваше, чтобы пришел, другой не нашел, ночами не спал, только обо мне мечтал. Аминь тому слову. Аминь тому слову. Аминь тому слову. Дым, дымочек, пепел, пепелище. Прошу, позови имя мужчины, имя ваше. Чтобы пришел, другой не нашел, ночами не спал, только обо мне мечтал. Аминь тому слову. Если смотрите мужчины, просто меняйте местами имена. Дым, дымочек, пепел, пепелище, прошу, позови. Раба Божьего, имя. К рабе Божьей ваше имя, чтоб пришел, другой не нашел, ночами не спал, только обо мне мечтал. Аминь тому слову. Это очень старинный мне передала одна
ведьма Руфина, прах ее духу. Дым-дымочек, пепел-пепелище, прошу, позови. Имя мужчины. Имя ваше, другой не нашел. Чтобы пришел, другой не нашел. Ночами не спал, только обо мне мечтал. Аминь тому слову. И главное, скажу в конце, пепел должен весь полностью сгореть. Вот если сигарета, то полностью до фильтра. Если палочка, то палочку. Можно делать три раза. Но я предпочитаю, что говорить надо столько раз, пока дым горит. Дым идет, пока дым идет, пока пепел. То, что осталось, заворачиваем аккуратно. Хотите конвертиком, хотите как хотите, заворачивайте, чтобы пепел не рассыпался. И прячете куда-нибудь, чтобы никакие посторонние глаза это не увидели. Можете хоть как заворачивать. И когда человек вам напишет, придет, или вдруг вы его увидите в сетях, тогда вы это просто в унитаз. И самое главное, что я хотела вам сказать. Если вы делаете различные вызовы, обращаетесь даже к специалистам, и человек не приходит к вам, значит, ангелы против. Очень часто бывает, что человек объявляется, звонит или приходит, чтобы сказать, все закончилось. Но вы трепали его душу, и он пришел. Поэтому вызовы делать часто нельзя. Видео смотрите 3 раза. Это очень сильный вызов. Вызов на дым. Пишите: принимаю, приобретаю. Счастье во благо себе и всем людям желаю. Истина заклята, исполнена. Крыло ангела.